Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Ну что, 10 лет каналу. Не знаю, там, наверное, в октябре где-то будет 10 лет каналу исполнится. Набрался уже 30 тысяч посетителей. И знаете, как бы сказать, хочется вспомнить детство, хочется вспомнить приятные моменты, хочется попеть такую песенку. Надо жить умеючи, надо жить играючи, надо в общем, братцы, жить припеваючи. Многие интересовались, как я там питаюсь, что там я делаю. Должен сказать, ничего особенного. Я такой же лентяй, как большинство из вас. На языке вертится такая мысль, занимаюсь по необходимости. Нет. Из-за того, что я понимаю, что занятия вот как-то помогают, я более-менее занимаюсь чаще. И стараюсь себя самодисциплинировать. Потому что вот смотрите, вот меня сейчас уже окружают люди младше меня. Сестра, больная, родная. Жена, вот была вспышка на солнце, болела. Со мной занимается гравитационная гимнастика, вот Александр. Трах-бах, узнаю. Лежит в кардиологии, давление бабахнуло 250, представляете? Другой, Игорек, что-то у него там не получается немножко, то есть все 5-10 там, вроде как ногу там потянул. Ну, я стараюсь держаться, и тем не менее, вспоминаю приятные моменты, этими моментами с вами поделиться. Надо жить умеючи, надо жить играючи. Говорят, что вы там едите на вечер? Ну вот я взял, смотрите, плотное мороженое. Крафт айс крем, крем-брюле, варенка со сгущенкой. Попробуем, что это такое. Вообще я хочу сказать, я сладкоежка. Так, это у нас эскимо пломбир из Кореновки. Кстати, Кореновку я проезжал. Место знакомое. Думаю, почему бы не взять мороженого. Так, это Кореновка крем-брюле. Как Высоцкий пел песню. Есть пюре или как-то там. Крем-брюле вместе с жерзинью. Это там про футбол. Это про футбол. Так, это пломбир крем-брюле. Одного ж явно будет мало. Производство на Кубани. Пломбир, просто пломбир. Мне очень нравится их пломбир. Знаете, вот пломбир без всякого якого. Вкусно, без всяких добавок. Естественно, одного пломбира будет мало. Я беру поболее. Решил. Вот крем-брюле такое. Лакомство. Попробуем, как и что. То есть я уже неоднократно пробовал продукты из Кореновки, производства на Кубани. И знаю, что этот производитель меня никогда не обманывал. То есть если положено, то положено. Не сочтите это за рекламу. Хотя я не прочь буду получить от них за рекламу, если это им понадобится. Так, пломбир крем-брюле. Крем-брюле. Есть пеле крем-брюле вместе с жердиньо. Итак, вот еще я взял крем-брюле и пломбир. Ну, взял. Можно так сказать, конечно, я не съем это за один раз. Но... кое-что я, как говорится, кое-на-что я еще способен. Эскимо. Лето, жарко. Вот, трудовой день кончается. Я сейчас на пензии. И на пензии. И, знаете, так сказать, после того, как я окунусь в бассейник, прохладненькое, ну, немножечко порадовать себя. А вот... шоколадная Прага за 48 копеек. Почему я взял вот эту вот шоколадную Прагу? Потому что я был в Праге и хочется, знаете, как-то продлить воспоминания об этом мистическом городе. Мне там понравилось.
хотя она, так сказать, не ждала меня, но тем не менее, побродить по берегам Вултавы, пройтись через Карлов мост. Ну, такие вот воспоминания семейные. Когда, мол, это еще будет. Вот. Я решил вам показать, чем я буду заниматься в ближайшие 3 часа. Надо жить умеючи, надо жить играючи. Надо в общем, братцы, жить припеваючи. Да. Для того, чтобы жить припеваючи, конечно, надо потрудиться. В первую очередь, образовать самого себя. Получить знания. Знания разнообразные. Потому что знания позволяют нам, как бы сказать, получить такую профессию, которую особо никто не получает, и быть там специалистом. Специалистом такого, знаете, уникального уровня. Ну что, надо что-то съесть, в конце концов. Показывать-то показывал. А потом застремимся.